попробуем взять Истрии. Такой вот очень мощный советский красавец. Иосиф Сталин 3. Тяжелый танк 8 уровня. Мы не в топе, к сожалению, опять. Ну, посмотрим. У нас в топе First USSR 1945. Почему-то на топовой немецкой технике 10 уровня. Ну, наверное, она трофейная. Так, значит, тут еще у нас. Давайте на 2. Прокатимся до флага, посмотрим, что там. Чтобы не получить борт. Тринадцать девяносто, молодец, он подсветился очень правильно, очень рискует там. Да? ИС-4, да? Видит нам навстречу. Очень хорошо. Ну ничего. Так. Судя по тому, как разъехалась команда, шанс у нас маленький. Да? Где есть тут вообще? Я даже на карте не вижу. Прячется? В кустах? Пушка вниз. Очень плохо. Меня, конечно, его напугал, но мы могли здорово сейчас засадить. Так. О. Е100. Нет, не Е100. Где Е100? А, замечательно. Перевал штурмует. С4 подкатил. Артиллерии нету, к сожалению. Продолжаем брать. Так, там кто-то у нас засветился, да? Держится чуть, но шансы хорошие. Сейчас очень важно взять базу. Если наша цель победить. Mm-hmm.
самый скучный бой. Ра-ля-ля-ля-ля. Ни в кого не стрелял. Истри — это танк-пацифист. Что у нас получилось? У нас получилась победа. Почти 10 тысяч кредитов. И 55 очков захвата базы. Ну вот, такая вот маленькая победоносная война.